260 новых объектов Северной Осетии с начала года обеспечили электроэнергией. Это на 72% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В их числе жилье многодетных семей, объекты малого и среднего бизнеса, многоквартирные дома. Всего за этот период в энергокомпанию поступило 340 заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям. Добиться такого показателя позволили современные технологии, строительство новых линий электропередач, установка дополнительных трансформаторных подстанций делает энергоснабжение более качественным и стабильным, отмечают специалисты.